Наверное, шла к этой новелле слишком долго. Целых 2 года. 2 года я хотела прочитать ее на камеру. 2 года я хотела прочитать, потом положить музыку и подарить ее вам. Но сегодня я поняла, что я хочу ее подарить вам именно сегодня. Я не знаю почему. То ли у меня запела душа, то ли я почувствовала себя счастливым человеком, я не знаю. Но эту замечательную новеллу Леонида Ингибара «Со мною ты» я хочу подарить ее каждому, кто чувствует себя счастливым. Я помню черную полосу асфальта, мокрую от росы и листья ясеня на ней. Дорога, по которой мы шли молча, и ты боялась. А что же будет с тобой завтра? А завтра не было. До завтра, до послезавтра было только сегодня. Счастливое сегодня. Потому что эта дорога – начало, середина и конец –